За частный детский сад можно платить как за муниципальный. Теперь это стало возможным. В Бурятии ввели субсидирование родительской платы посещения частного дошкольного учреждения. Причем теперь ребенок не лишается очереди в городской детский сад и продолжает участвовать во всех комплектованиях. Для ребенка ничего не меняется. За присмотр и уход размер субсидии на каждого ребенка увеличился с 3 до 6 тысяч рублей. У частного детского сада должен быть обязательно заключен договор с родителями. На сегодняшний день средняя цена составляет 120 рублей. Она зависит именно от возраста ребенка и от режима пребывания. 120 рублей – это для возраста 3 до 7 лет и режим пребывания 10 часов пребывания. Ну, примерно в таком варианте, не выше этой цены, будет взиматься плата родительская именно в частных садах. Всего в столице Бурятии находится 56 частных детских садов, 18 из них имеют лицензию на образовательную деятельность. Ежегодно частные сады посещают 2500 дошколят. О том, как приняли эту новость родители, смотрите в программе «Актуальная тема».